Всем привет, дорогие ребята, вы на канале Игорь Че, меня зовут Игорь. Я вам покажу, как можно скачать игру, которая называется Minecraft, версию 1.5.2 лаунчер. Для этого мы должны посмотреть наш компьютер. Иначе, если, как бы, допустим, вот мой компьютер. Вот, выпуск 10-10. Вот, посмотрим, какой у нас процесс, какие у нас там видеокарты. Главное, чтобы они были правильно, потому что из-за этого, если у нас, допустим, самый старый компьютер, то Майнкрафт пойдет. Если у нас даже неправильно проверяет и все такое. Но нам еще нужно один какой-то драйвер, знаете, кто называется Java. Поэтому давайте мы его установим. Заходим мы в интернет, любой браузер, кто вы пользуетесь, наверное, там Яндекс, как у меня. В общем, Opera, Mozilla, Firefox, там, Google Chrome. Неважно, какой у вас браузер, вот. Здесь. Заходим на сайт под названием. Чей на мой сайт? 204216. Такая вот ссылочка у нас осталась, вот, называется Горче. Главное. Тут у нас сразу мы опускаемся вниз. Вот. Тут у нас есть 6 игр. Тут у нас вот Minecraft 1.5.2. Вот, скачиваем его, вот. Как бы вот желательно скачать Minecraft 1.5.2, вот нас сразу перекидывает на моего, когда мы на кнопочку нажали. Нажимаю скачать. Я хочу скачать, подозреваю, что у меня странный такой голос без клевы, то что я заболел, вот когда-то вот. Вроде меня выздоровели обязательно, но вообще, когда не выздоровели. Когда будет самый хороший голос, то я буду вот записывать очень хорошо. И поэтому все, даже ухо особо болит. Вот, поэтому вот. Нажимаю скачать. Соглашаюсь на скачивание. То, что вы хотите скачать, он нам не найдет ничего. Просто нажимаю смело скачать. Закрываем браузер. Заходим в проводник, дальше открываем либо быстрый доступ. Ну да, быстрый доступ. У нас есть папка загрузки, открываем ее. И вот у нас такой файл Minecraft. Кстати, мы еще забыли установить Java, да. Если мы, допустим, сейчас как бы запустим вот сразу установочный файлик, то у нас напишет. Ошибку дают и написано, что у нас не установлена Java. Нажимаем ОК. Поэтому что делаем? Сразу же приходим на сайт, кто называется Java. Сейчас java.com. Нажимаем загрузить Java бесплатно, затем же опять загрузить. Это абсолютно. Потом даже все вот, как скажем, в общем, мы когда нажали там на кнопку скачать Java, загрузить вот, и опять потом эту же кнопочку, он называется согласиться на часть загрузку, она абсолютно бесплатная, ничего платить не надо, в общем вот, потом видим, сразу видите, у нас значит файл запустится. Вот давайте еще. Вот. Так, даже если устройство пустота, это нам ничего не поможет. Так, на одном внизу. Так, вообще вот свойство. Так. Давайте запустим этот случай. Нажимаем да. Нажимаем, ставим галочку, нажимаем, отстаем. Важно, у вас компьютер, вот если у вас самый мощный компьютер, много оперативной памяти, там 8 или 6 гигабайтов.
то у вас будет быстро скачиваться с 4 рядов. Вообще, на 2 гигабайтах особо оперативки может даже и лагать там как-нибудь, поэтому вот, я вам даю такой совет. Ждем, пока вас отжало. Извиняюсь. Вот, пока у нас до конца запустится, вот до конца и загрузится, давайте, вот, кстати, давайте посмотрим. Вот, все, установка успешно завершена. Вот он, правильно, да? Так, ну, теперь мы должны потом запустить Minecraft Setup. Вот, правильно. И вводим свой ник для нашей игры. Это уже вот сразу точно открылся. Вот вводим мы свой ник для игры. Допустим. Я, допустим, придумаю Игорь 45. Допустим, да. Вы можете придумать какой-нибудь. Ну, не важно. Он же сохранился. Есть так как нам. Ну, короче, это нам. Нужно такое окно. Так, можно даже обновить клиент, но обновить я его не буду. Просто нажимаю войти. Там было написано логин, но нет, это регистрация на сайте Mojang. Minecraft Net не обязательно. Это просто немножечко там наделали ошибку. Это не логин, это просто ник. Игровой ник нужно ввести просто. Вот это просто какая-то ошибка. Так, в общем, вот у нас, в принципе, Майнкрафт сам жить. Вот. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как у нас будет работать. Так, нас забыли, нас забанили, как бы, джаб. Давайте, чтобы разбавить, нажимаю разрешить доступ. Извиняюсь. Потому что я сипши даже. Так же, вот. В общем. Так, нам показывает тут вот такое уведомление, то, что когда-то появилось вроде в 14-м или в 13-м году, вот у многих появилось такое вот уведомление Minecraft 1.5.2. А вот в этой же версии появилось вот такое же уведомление, когда вышла вот версия Minecraft 1.6, ее предлагали скачать, вот. Нужно обязательно вам будет сменить язык на русский, но делать я это пока что не буду, просто давайте, как бы, новый мех, вот. Давайте нажимаем на кнопочку Head New World, по-русски создать новый мир. Потом опять же такую же кнопочку нажимаем. Вот. Все. Вот. Так, ну давайте я вам покажу, как настроить эту игру, чтобы она не лагала. Вообще нажимаем на кнопочку Escape. Options. Так, музыку, может даже музыку и звуки отключить, ну давайте я, наверное, поставлю, ну пусть 50 будет, может звук один даже поставить музыку, так, я так неудобно буду играть, и также настройки графики, вот, там показывает то, что у нас 32-битная, но 32-битная Java, будет Minecraft. В общем, тут нам нужно выбрать, кстати, графику быструю. Также якость. Ну, тусклая. Можете хотя бы хоть. Может, не более 20 стать, но я от спорта не лагает. Ничего себе хорошо. Но если у вас какой-то выпуск 2017, ну, 2012-2011, ну, ладно, смотрите, как вам удобно. Так, ну, на этом все. С вами был Игорь Чеп, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментарии и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Все, всем пока!